заявила об одностороннем выходе из договора по ПРО. Наблюдение за стратегическими силами России Пентагон ведет с помощью разведспутников, которые различают цели величиной в 15 сантиметров. К 2010 году Соединенные Штаты выведут в космос 24 новых аппарата типа «Дискавери». Они смогут обнаруживать замаскированные и даже подземные объекты. Неуязвимыми останутся только уникальные стратегические крейсеры Сергея Ковалева проекта 667 БДРМ, способные укрываться под водой. Сегодня на них внедряются более 80 новейших технических разработок, главными из которых стали ракеты «Синева». Осуществляется серьезная модернизация морских стратегических ядерных сил. Это критическая важная задача, которую решает оборонно-промышленный комплекс наперекор всем скептикам, говорящим о том, что мы утратили технологии, утратили возможности производить конкурентоспособную высокотехнологичную технику. В 2008 году генеральный конструктор ЦКБ морской техники «Рубин» Сергей Ковалев отметил 65-летие трудовой деятельности по созданию самых мощных в мире подводных крейсеров. Национальный герой Америки, основатель ее ракетно-ядерного подводного флота, адмирал Хьюмен Рикойер, говорил, что СССР опасен его стране не способностью создать мощные океанские подводные силы, а системой народного образования. Характерно, что именно в повышении уровня образования и культуры видит пути возрождения России и выдающийся кораблестроитель Сергей Ковалев. Он считает, что это главная стратегическая проблема безопасности и выживания государства. По его мнению, дикарь, даже вооруженный, не имеет перспектив. Считать именно так генеральный конструктор имеет полное право. Ведь Сергей Никитич воплотил лучшие достижения.